Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очередные умные часы, моделька iWoven P1. Стоят эти часы $47, и сегодня мы посмотрим, конкурент ли это часам от Xiaomi или нет. Вот такая вот коробочка, маленькая, красивенькая. Здесь у нас основные его функции показаны с обоих сторон. Спереди часы вот так вот сами виднеются, сзади вот так вот. Давайте откроем и посмотрим, как все там выглядит, как все упаковано. Вот столько здесь слоев, чтобы добраться до самих часов. И вот у нас сами часы iWoven P1. Это у нас больше спортивные часы по виду. Вот такие вот. Также в комплекте у нас вот такая вот зарядка. Она у нас магнитная, даже вот к USB примагничивается. И вот таким вот образом мы заряжаем его. Очень удобно. Это прям очень хорошо. И дальше у нас вот такая вот книжечка руководства пользователя. Очень много здесь страниц. Есть несколько языков, но русского языка здесь нет. Но, в принципе, здесь все интуитивно понятно. Выглядят часы вот так вот. Такой вот здесь ремешок. Он не сменный, но как для спортивных часов он очень хороший. Здесь много дырок, и благодаря этому рука будет дышать. Это очень хорошо. В целом ремешок неплохой, но то, что он несъемный, наверное, все-таки это минус. Сзади у нас сканер и зарядка. По бокам у нас вот здесь одна клавиша, которая у нас включает-выключает устройство и также включает-выключает экран. С другой стороны две клавиши, по которым мы можем лазить по меню. Но также часы сенсорные, и мы все то же самое можем делать благодаря нашему пальцу. Вещи часы у нас не так много, 45 грамм. Да, чуть потяжелее, чем часы от Xiaomi, но в принципе они не ощущаются. Они чуть-чуть более толстые, чем часы от Xiaomi, но как спортивные часы они неплохие. Есть защита от воды IP67, то есть в них вы можете спокойно купаться. Вот такой вот здесь циферблат стоит. Здесь нету такого большого выбора циферблатов, как на тех же Xiaomi. Здесь всего примерно 9 циферблатов. Но это тоже минус, потому что хотелось бы побольше циферблатов подобрать прямо под себя. Здесь не такой большой выбор. По меню мы можем передвигаться свайпами, то есть свайп вниз у нас открывает шаги. Также другие показатели, энергия, калории. Сделано это удобно, то есть зашли, посмотрели, здесь также по времени можем смотреть прямо на часах, в какое время мы сколько прошагали, также расстояние, это удобно. Свайпом вверх у нас открывается вот такое вот небольшое меню. Первая кнопка у нас экономия батареи, здесь у нас открываются чисто часы, и функции смарт у нас выключаются. Ни уведомления, ни количество шагов он в это время не подсчитывает. В следующем режиме у нас включается фонарь, просто подсвечивается экран. Никакой функциональности в этом нет. Думаю, никто этим не будет пользоваться. Какой-то дальности этого фонаря нет, то он подсвечивает примерно на 2 сантиметра. Следующий — это просто ночной режим. Здесь выключается уведомление, то есть на ночь можете ставить этот режим. Следующее, здесь мы можем сканировать пульс и также у нас уровень усталости. Вот здесь все реализовано более удобно, чем в тех же Xiaomi часах. Здесь это все дело в отдельном окошке, и это очень удобно. То есть никуда он не вылетает, пока мы ждем. Пульс меряет он приблизительно на уровне Xiaomi, показатели плюс-минус одинаковые. В режиме показывания усталости, то этот режим, я не знаю, как работает. Он показывает, можно сказать, какие-то левые показания, и тут ему бы я не доверял. Дальше у нас здесь спортивные показатели, здесь достаточно много разных тренировок можно проводить. Из стандартного этого бег, ходьба, также есть сокер, футбол. Здесь у нас показывается время и количество пульса вашего, также калории и все такое. В разных тренировках это немножечко меняется, но то, что есть прям такой перечень спортивных дисциплин, это полезно. Также давайте посмотрим, например, йога. Вот здесь что-то выглядит вот так вот, чуть-чуть по-другому. Это я могу занести в плюс. Не все смарт-часы обладают таким функционалом. Что касается подсчитывания шагов, то здесь он не совсем прям идеально точен. На 100 шагов он ошибается где-то на 10-12 шагов. Для любителей, думаю, это не критично, но те же часы от Xiaomi, с которыми мы постоянно будем сравнивать их, показывают более хорошие показатели. Дальше у нас меню вот такое вот. Как вы видите, здесь все на английском, потому что нету русского языка. Месседж — это у нас уведомление, это у нас секундомер вот такой вот. Дальше таймер и сами настройки. То есть вот у нас циферблаты, вот они все. Очень их мало и хотелось бы, конечно, побольше.
Вот такое вот их количество, как раз штук 9 примерно. Ну и в принципе здесь больше ничего интересного нет. Что касается аккумулятора, то выдерживают они около 7 дней. Хотелось бы, конечно, побольше, но в целом раз в неделю заряжать это неплохо. Но Xiaomi держит намного-намного дольше. Также большим плюсом этих часов является, что здесь есть GPS, и вам не нужно подключаться к телефону во время пробежек, потому что сами часы будут показывать ваше расстояние на карте, как вы все это пробежали, проходили. Это тоже хороший плюс этим часам. Приложение меня порадовало, оно достаточно симпатичное и спокойно может конкурировать с приложением Mi Fit от Xiaomi. Здесь на главном экране мы сразу можем посмотреть, сколько калорий сожгли, сколько прошли и сколько проспали. Также здесь можем сразу же посмотреть тренировку или провести ее. Вот так вот выглядит само меню. Также пульс можем просчитать здесь же. И по виду прям приложение очень симпатичное. И наконец-то начали заморачиваться с приложениями разработчики, потому что, как я уже говорил раньше, это все было очень некрасиво, и в целом пользоваться этим было очень-очень тяжело. А сейчас это очень красиво и очень полезно. Дальше у нас устройство. Здесь можем посмотреть, насколько заряжен аккумулятор, поставить будильник или расписание. Также напоминание о недостаточной активности или просто напоминание. Также часы можно использовать как селфи-кнопку, просто нажать вот эту вот зеленую клавишу и сделать фотографию. Как по мне, iWoven P1 это неплохие смарт-часы, но если сравнивать их с конкурентами, с Xiaomi часами, то, к сожалению, они проигрывают почти по каждому показателю. Да, есть некоторые плюшки здесь, такие как вот мне понравилось, что здесь очень много видов спорта. Этого нет в Xiaomi, и это полезно. Но если в целом смотреть на эти часы, то они проигрывают. Но, возможно, кому-то они понравятся. $47 это конкурентоспособная цена, но, возможно, кто-то выберет именно эти часы. Напишите ваше мнение внизу в комментариях. Возможно, вам прям они очень зашли. Мне будет интересно прочитать. Не забывайте про конкурс. Участвуйте, побеждайте. Всем спасибо. Пока-пока.